Аски. А вот на что надеется Дмитрий Богданов, мы сейчас узнаем. Дмитрий Богданов. Когда мне сказали, что здесь надо будет представлять песни «Друзей Визбора», я, конечно, надеялся, что мне поручат Виктора Берковского. Но с этой ролью сегодня блестяще справилась Лидия Чебоксарова. А то, что мне доверили, об этом я не только надеялся, я даже не мог мечтать. Я сегодня здесь выполняю роль друга Визбора, который по уважительной причине сегодня здесь отсутствует, который был на первом курсе, когда Визбор был на пятом, который под его влиянием стал сочинять песни. Дамы и господа, приветствие от Юрия Чесановича Тима. Дружеский шарж Визбору, его героическим песням, песням-репортажам, называется «Братская гостиная». По эстакаде движутся машины, на автостраде слышен водоспрос. Давай присядем, мы с тобой мужчины, давай закурим пару папирос. Струятся струи своих перемычки, толкая ротор в крепкие бока. Давай закурим от единой спички, давай закурим. Еще недавно я по Фине ботал, а вот теперь я братский новосел. Немногие бывали в нашей шкуре, но мы живем и сдержанно молчим. Давай присядем и давай закурим.